Всем привет! Сегодня рассмотрим спутниковый коммутатор Switch 012. Я коротко расскажу, что это такое, для чего он нужен, как он работает, и в конце покажу вам, как он устроен внутри. Этот коммутатор предназначен для коммутации сигналов со спутниковых конвертеров и дисиков с помощью управляющего сигнала тюнера, в котором есть разъем 0,12 вольт. Диапазон частот от 950 до 2150 МГц. Затухание до 1 дБ, и управляется он напряжением 12 вольт, которое подается через наружный штекер с тюнера. По сути своей это электронный переключатель. При напряжении 0 сигнал проходит по одному плечу. При подаче напряжения с тюнера 12 вольт сигнал переключается на другое плечо. Это позволяет вам скоммутировать два дисека на один спутниковый ресивер и принимать вместо 4 спутников 8. В настоящее время производители тюнеров стараются сделать свое оборудование более простым, более дешевым в производстве, и поэтому большинство последних моделей производятся без управляющего разъема 0,12 вольт. С такими моделями этот Switch работать не будет. Производители изначально предусматривают возможность подключения к тюнеру дисеков с большим количеством портов, 8-16. То есть вы изначально покупаете один дисек, допустим, на 8 портов, и вся эта конструкция становится ненужной. Надеюсь, это видео оказалось для вас полезным. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите конструктивные комментарии. Всем удачи!